Вечером в среду появилась новая информация о судьбе 9-летнего Ярослава, на которого 31 октября в местечке Блино напала свора собак. Сразу после происшествия скорая доставила мальчика в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Накануне вечером было принято решение об экстренной эвакуации в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Сейчас за жизнь пострадавшего борются лучшие специалисты. Как сообщают некоторые СМИ, в четверг утром Ярослав пришел в себя, поел и попил. Авиации, сопровождение с детским реаниматологом областной детской клинической больницы.